Так, теперь давайте подготовим место для ног. Вот эти две грани мы соединим. Так, здесь, скажем, вот ну-ка, задевать, да, правильно. Джей подвинем вот так. То есть делаем опять же как бы ножки, да, место для ножек. А потом тут все начнем выверять, выставлять. Вот так. Нет. Вот так. Ну, там тут мы сгладим бедра, как нам нужно. Так, сначала соорудим такое кругленькое что-нибудь такое. Так. Ну, относительно, конечно, но кругленькое. И теперь заполним это делом. Так, а здесь почему-то она не сработала, потому что я не выбрал, что ли. Ну да. F. Вот так. Ну и теперь можем идти тянуть вещи. Взять вот так и потянуть. Е. Ту-ду-ту-ду-ту-ду. О, какие длинные получились. Надо. Такие нам не надо. Е. Она как бы в платьишке получилась, да? Нам тоже это не надо. Ну, пока так оставим. Посмотрим, что нам выправить надо будет. Естественно, нам надо выправить вот это.
Так, мы это все теперь поправили. Теперь надо вытянуть ноги. Давайте попробуем вот так. Раз. И Е. Потянули. Ну, я вам скажу так. Давайте смотреть спереди. Давайте спереди смотреть. Лучше всего будет спереди смотреть. Так, и подвинем друг к другу. Так, и развернем R. Так, и чуть-чуть уменьшим. Вот. Так, допустим. Ну и посмотрим референс, что у нас тут. Да, ясно, что у нас тут ерундень получится. Но мы имеем возможность всегда этому помочь. То есть чуть-чуть сейчас разведем. Ну, в принципе, ну да. Мы снимем удобно. Так. Ну и вот эти бедра, конечно. Подводить туда, куда нужно. Для этого существует пропорциональное редактирование. Так. Так. Тянем сюда и увеличиваем. Такой, чтобы... Давайте продолжим. Бог с ним. Единственное, что сбоку я вижу, что она неправильно. Поэтому потянем сюда. И R сделаем. Вот так. И чуть-чуть уменьшим. Чуть-чуть вот так. Так. И наверх. Видим, что у нас тут бяка. Вот тут. G. Поправляем. Спереди. Смотрим спереди, так. Вот так все правильно. Так, и тянем вниз. Е. Сжимаем С. Здесь сразу же делаем Ctrl-R. И расширяем. Но расширяем опять же. Вот так. Вниз.
сбоку смотрим. Видим, у нас немножко не так, как нужно, да? Это говорит о чем? Это говорит о том, что нам надо подвинуть. Тут у нас пару непонятных вещей. Сейчас мы их поправим. Ну и в общем, тогда получается, что мы с вами корпус как бы сделали, да? Тут кое-где надо еще поправить. Теперь у нас есть очень сложное задание. Это, ребята, голова и руки. Это две вещи, которых потребуется много усилий сделать. Так. Так, корпус есть полностью. Он, по-моему, соответствует еще и. Да. Соответствует первое. Угу. Ну, правильно все так. Единственное, вот это вот место. Это мы немножечко с вами увеличим. Ну не так же, ёлки-палки. Так, и это чуть-чуть. А здесь пускай так будет. Ну все. Если нам вот это не нравится, вот это вот немножко не нравится, да, подвинем, да и все. И развеем. Таким образом сделаем все как нужно. И если мы сейчас, я вот думаю, может быть, это чуть-чуть уменьшить, что-то оно слишком уж просто. Так, построение немножко ноги сделаем. Так. Хорошо.